Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Продолжаю проект «Камчатка день за днем». Сегодня мы посмотрим, что писали камчатские газеты в период с 14 по 20 января в разные годы. Напоминаю, что раз в неделю я показываю ролик «Камчатка день за днем». Приступим к нашим играм. Камчатская правда. 1936 год. 14 день января. Заметка Аэросани в ожидании горючего. 205 километров от Большерецка до Соболева трое аэросаней покрыли в 375 ходовых минут. Из них путь от Большерецка до Митоги 35 километров за 1 час. Митога-Кихчик 40 километров за 1 час 10 минут. Кихчев-Пымта 28 километров 1 час 10 минут. И, наконец, Пымта-Соболева 99 километров за 2 часа 55 минут. Аэросаням предстоит покрыть еще 600 километров до Тегеля, пишет «Камчатская правда». Но выйти в рейс они не могут из-за отсутствия горючего. Надежда на Соболева не оправдалась. Отряд аэросаней вынужден был отправить одни аэросани в Кихчик за горючим. В случае его недостачи и там сани пойдут в Большерецк. В пути следования выяснилось, пишет газета, что моторы установлены неправильно. Стоянка в Соболево используется для перестановки моторов с одних саней на другие. На это придется потратить не меньше 2 дней. Окончание перестановки моторов совпадет с доставкой горючего. Сегодня в Большерецк из Микояновского комбината прибывают 4-е аэросани для следования до Митоги. В дальнейшем эти аэросани будут курсировать на участке Большерецк-Митога. Возможно, путь будет протянут до Кихчика. Из всех упомянутых населенных пунктов сегодня остались только Большерецк и Соболево. Нет больше Пымты, нет больше Митоги, нет больше Кихчика. Это «Камчатская правда», 14 день января 1936 года. День следующий. Газета «Большевицкий путь», выходящая в Усть-Камчатске, 14 января 1942 года. Под общим заголовком «Дадим фронту больше пушнины» газета публикует несколько заметок. Охотник села Нижнекамчатск Мутовин выполнил задание 4-го квартала по добыче пушнины. При плане сдать пушнины на 1870 рублей, он сдал на 3600 рублей. Товарищ Мутовин добыл 10 соболей, 3 выдры, 4 горностая, 1 медведя. Вторая заметка. На 2500 рублей. Охотник того же села Петров при плане сдать пушнины за 4-й квартал на 1700 рублей, сдал на 2500 рублей. Он добыл 3 соболя, 2 лисы, 1 горностая, 2 выдры. На 3000 рублей 70-летний охотник села Козыревск Чуркин сдал пушнины на 3000 рублей против задания в 300 рублей. Опять вернемся к «Камчатской правде». Год 1950, 15 день января. Многодетная мать, активная общественница. Алиутка Евлампия Игнатьевна Степнова 11 лет заведовала детскими яслями в селе Никольском, а с 43-го года бессменный председатель сельского совета. Она активная общественница. В прошлом году товарищ Степнова аккуратно посещала политшколу и закончила изучение краткой биографии товарища Сталина. Она является постоянным читателем сельской библиотеки. У Евлампии Игнатьевны 9 детей, в том числе один приемный ребенок. Занятая большой работой в местном совете, многодетная мать все же уделяет много внимания воспитанию своих детей. Две ее дочери, Ксения и Валентина, окончив медицинскую школу, работают в больницах на Командорских островах. Один ее сын овладел специальностью слесаря, второй – промысловик на пушного зверя. Четверо ребят учатся в 7-летней школе.
И в этом же номере «Камчатской правды» от 15 января 1950 года сообщается, что во время зимних каникул 17 учащихся Оссорской неполной средней школы под руководителем преподавателя физкультуры товарища Коробова совершили лыжный переход Оссора-Карага. Во время перехода ребята дали концерт, на котором присутствовало много жителей села Карага. Оссора – это административный центр Карагинского района. Карага – небольшое карекское село, расположенное, если я не путаю, где-то километрах в 15 от Оссоры. И вновь «Камчатская правда», год 52 прошлого века, 16 день января. Под общей рубрикой «Подготовка к Путине» газета пишет, что готовят штормоустойчивая невода. Опала. В Путину прошлого года в Опалинском комбинате эксплуатировалось несколько штормоустойчивых неводов системы инженера товарища Калиновского. Опалинцы убедились, что они имеют большое преимущество перед простыми промысловыми неводами. В эту Путину в Опале решили выставить только новые орудия лова. Сейчас на всех рыбозаводах идет пошивка штормоустойчивых неводов. Уже подготовлено много ловушек, звеньев крыла. Готовят оттяжки, подякорники и другие детали невода. С этой успешной работой успешно справляются бригады товарищей Горбушкина, Егорова, Гаврилова, Нежинцева. Следующая заметка. Консервный завод отремонтирован. Коллектив консервного завода номер 62 Жупановского рыбокомбината полностью подготовился к выработке закусочных консервов. Здесь отремонтированы механизмы, стены цехов обшиты тесом. Села Жупанова, кстати, тоже уже давно нет. Оно закрылось в середине 70-х годов века минувшего. Но это не точно. Теперь отвлечемся от газет и приступим к чтению документа. Этот документ – обязательное постановление Камчатского губернского революционного комитета от 17 января 1923 года, номер 300. И называется оно «О воспрещении торговли, ввоза всякого рода спиртных напитков, выгонки самогонки и других суррогатов». Первое. Воспрещается ввоз в пределы Камчатской губернии спирта, вин и прочих, содержащих алкоголь напитков, а также торговля ими. Второе. Воспрещается выгонка самогонки и продажа сули, браги и других одуряющих суррогатов, а также производство приспособлений, аппаратов для выработки этих продуктов. Третье. Все имеющиеся в пределах губернии запасы, а также ввозимые спиртные напитки и всякого рода аппараты винокурения подлежат конфискации. Четвертое. Все лица, увлеченные в ввозе спиртных напитков и других суррогатов алкоголя, подвергаются в первый раз денежному взысканию от 300 до 1000 рублей золотом или тюремному заключению от 3 до 6 месяцев с принудительными работами. Во второй раз денежному взысканию от 1000 до 10 тысяч рублей золотом или предании суду по статьям 97 и 140 Уголовного кодекса РСФСР. Напомню молодежи, РСФСР расшифровывается как Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Это незаконное геополитическое формирование в рамках так называемого Союза Советских Социалистических Республик. Пятое. Все лица, увлеченные в продаже спиртных напитков и спиртосодержащих веществ, подвергаются в первый раз денежному взысканию от 300 до 1000 рублей золотом или тюремному заключению от 3 до 6 месяцев с принудительными работами. Во второй раз денежному взысканию от 1000 до 10 тысяч рублей золотом или предании суду по статье 139 Уголовного кодекса РСФСР. Фу. Много всякой гомосятины. Шестое. Лица, увлеченные в выгонке самогонки, браги и других суррогатов, и занимающихся производством аппаратов и других приспособлений для выгодки спирта, содержащих веществ, подвергаются в первый раз
денежному взысканию от 100 до 400 рублей золотом, тюремному заключению от 2 до 4 месяцев с исполнением принудительных работ. Второй раз – денежному взысканию от 500 до 1000 рублей золотом или преданию суду по статье 40 Уголовного кодекса РСФСР. Седьмое. Все лица, появившиеся в общественных местах и на улице в пьяном виде, будут подвергаться в первый раз денежному взысканию от 25 рублей золотом или принудительным работам от 10 до 20 дней. При проявлении же во второй раз в пьяном виде будут преданы суду. Подписали это обязательное постановление председатель Губревкома Савченко, члены Губревкома Вольской, Щербаков, Богомолов и Кручина, заведующий отделом юстиции Пересвет Салтан и секретарь Губревкома Ларичев. Вот тут, кстати, я с большевистским постановлением не согласиться не могу. Более того, мне бы хотелось, чтобы на территории нынешней ресурсной федерации был введен строжайший сухой закон в части алкоголя, табачных изделий и прочих наркотиков, потому что я знаю, кто споил Россию, кто виноват и что делать. С такими вещами играть нельзя. Камчатская правда. 18 день января 36 года прошлого века. Заметка за 18 дней, годовой план. Бригадир охотничьей бригады села Кихчик, комсомолец Виктор Кривогорницын, добыл за 18 дней охоты 11 лисиц, 2 росомахи и 2 выдры. Годовой план перевыполнен на 30%. От зари до зари Виктор на лыжах выслеживает зверя. День на промысле у него загружен до отказа. Оружие, капканы всегда в исправности. Кривогорницын – гордость своих односельчан. Летом, будучи бригадиром ловецкой бригады, он перевыполнил план сдачи рыбы государства на 37%. Бригада Кривогорницына продолжает пушной промысел. 19 января 41 года газета «Камчатский комсомолец», да-да, она выходила не столько с 57 года, она выходила с 30-х годов. Потом был длительный перерыв. Так вот, газета сообщает, что в клубе «Акастроя» проходило совещание работников рыбной промышленности Камчатки. Там присутствовали стахановцы и директора комбинатов. Совещание заслушало доклад заместителя начальника треста АКО. АКО – это акционерное камчатское общество. Товарища Деткова об итогах Путины 40-го года и хода подготовки Путине 41 года. В Путину 1940 года, говорит товарищ Дедков, рыбные комбинаты Камчатки работали плохо. Вместо плана в 1 миллион 77 тысяч центнеров рыбы фактически выловлено 802 тысячи, или 74,5% плана. Выход готовой продукции должен был составить 644 240 центнеров. Фактически же выход 496 тысяч центнеров, или 64,5%. План выработки рыбных консервов выполнен только на 59%, крабовых консервов на 22,3%. Ну и последний день, который мы сегодня рассмотрим, это 20 января, год 73, газета «Камчатская правда». Валерий Трофимович Кравченко, нынешний почетный гражданин Петропавловска и заслуженный артист России, а тогда еще он был преподавателем музучилища, пишет заметку с концертом по селам. В музыкальном училище каникулы, но тот не музыкант, кто не стремится каждую свободную минуту посвятить музыке. И вот уже пробираются по заснеженным проселочным дорогам два музыкальных автобуса. В одном разместился ансамбль народных инструментов, руководимый Вячеславом Федоровичем Быстрениным, и постоянная солистка ансамбля, преподаватель училища Ирина Васильевна Шаульская. Из другого несутся веселые голоса агитбригадовцев. Первый концерт в Начиках для отдыхающих и сотрудников санатория, пишет Валерий Кравченко. Затем музыкантов примут труженики Маховского совхоза, Корякского птицесовхоза, жители поселков Сокоч, Коряки и других. Как артистов, так и зрителей ждут незабываемые и неожиданные встречи.
Та же самая «Камчатская правда» в тот же день, 20 января 1973 года, сообщает, что в последний месяц ушедшего года, то есть 1972 года, соболевские строители преподнесли школьникам районного села подарок – новое трехэтажное здание школы. Новое школьное здание соединено теплым проходом со старым, тоже трехэтажным зданием. Таким образом, соболевская средняя школа выросла больше, чем в два раза. Это дало возможность 430 сельским ребятишкам учиться в одну смену. О преимуществах такой системы обучения рассказывать не надо. Они общеизвестны, пишет «Камчатская правда». Это был выпуск «Камчатка день за днем», рассказывающий о том, что проходило на полуострове. И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Но это еще не конец. Я ведь все-таки культуртрегер. Несу вам разумное, доброе, вечное, без которого вы жить не можете. Поэтому опять продолжим чтение стихов. Эту книгу я уже показывал в одном из своих влогов. Это выпущенная в 1934 году в Москве товариществом московских писателей издание Ильи Сильвинского «Тихоокеанские стихи». Стихотворение «Друг ламутского народа». В этих долинах, в этих лесах белка еще зовется Ясак. Русской, прибыв на туземный пост, носит старинное имя пес. Тут среди чада красных костров с глазами, похожими на апостроф, среди трахомы и ламоты живет народ ламуты. Однажды пришел на коне человек, много веселых русских человек, и были они все, как один. Каждый к ламутам в гости ходил, ямы копал, забивал пол, ставил леса для больниц и школ. Он будто пришел для детской игры, не грабил у них ни мехов, ни икры, оленьих ножек не прятал в куль, не звал замужних поспать в кукуль. С молодыми плясал, со старухами ел, о Красной Армии песни пел. Был царский год и японский год, но видит впервой ламутский народ. Вот пришел настоящий гость, ладом настоящий, хороший гость. Ни раб его, ни начальник его, не нужно ему от них ничего. Из глаз его смотрит ласковый свет, за его плечом вырастает совет. Такой есть совет, где много людей, таких, как эти, чудных людей. И стали друг другу ламуты шептать, чтоб русских шабаками не наживать. В стране, где нет феодальных регалий, где пулеметы орлов обрыгали, где львам на щитах не собрать горба, я ношу выше баронской короны звонче герцогского герба. Революционный, багрянародный титул друга ламутского народа. Илья Сильвинский. Эсса, Ламутский нацрайон, Камчатка. Так автор указывает место написания стихотворения. Тихоокеанские стихи. Издательство московских писателей. 1934 год. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится слушать стихи и узнавать, что происходило на полуострове день за днем. Пишите комментарии и, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра. До свидания.